Всем привет! Меня зовут Людмила Кайряк, и вы попали на мой мастер-класс по восточному танцу. Сегодня мы учим хореографию в стиле табло-соло. В этой композиции я продумала сюжет и подобрала вам образ, поэтому вы смело можете выставлять этот номер на конкурсе. Музыка к моей хореографии – это трек известного таблиста Хрониса Таксидиса. За музыкой или с любыми другими вопросами вы всегда можете обращаться в мои социальные сети, Instagram или Facebook. Я буду разбирать все детально и по частям. Давайте начинать. Я хочу с вами разучить сегодня свою любимую хореографию в стиле табло-соло. Поскольку композиции табло-соло, как правило, без текста и не имеют как такового сюжета, здесь мы можем фантазировать сами. В моем танце я предлагаю вам образ страстной красавицы-амазонки, которая проживает в опасных условиях леса, и опасность ее может поджидать везде. И для того, чтобы выжить в этих суровых условиях, я предлагаю, чтобы наш главный персонаж заряжался энергией всех четырех стихий, а именно земли, воды, энергии воздуха и огня. Мы будем заряжаться энергией четырех стихий. Мы начнем танец партера, а это будет означать, что мы заряжаемся энергией земли. Дальше мы пойдем вверх, мы будем заряжаться энергией воздуха и показывать движения, воздушные движения, вращения или какие-то махи волосами. Энергию солнца мы будем отображать движениями трясок, а энергию воды мы отобразим через мягкость, пластичность и женственность нашего тела. Давайте начнем. Танец разделила на три части. Начинаем учить первую часть. Итак, начальная поза. Мы начинаем танец с партера. Мы усаживаемся на левую ножку. Правая нога в сторону и слегка позади. Корпус ровно. Мы держим взгляд влево. В данном случае у меня влево. И разворачиваю вправо, показывая свой профиль как профиль Клеопатры. То есть нам нужно четко удержать линию и форму профиля. Руки накрест. Мы начинаем скользить по телу. Мягко, красиво. Два и три, четыре, переводя взгляд в другую сторону. И еще раз. А раз, два, взгляд, три, четыре, пять, шесть, семь. И на 8 у нас будет яркий, мощный дум. И мы делаем акцент дум вниз корпусом и волосами в диагональ. Для того, чтобы сделать его мощно, нам нужно немножко подготовить свое тело и сделать замах в левую диагональ. И хоп. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Взгляд, руки. Пять, шесть. 7, приподнялась, бум, 8. Поза. Еще один дум, мы приподнимаемся, рука перед собой. Приподнимаюсь, ножка вперед, прокручиваю кисть и двойные два сброса грудью вместе с корпусом. Бум, бум. Здесь мы представили, что нашу героиню встречает враг, и, возможно, он в нее выстрелил, и она теряет равновесие, да? И еще раз. И бум, бум. Заднюю ногу я подставляю пальцы, чтобы оттолкнуться. И следующее движение я буду вставать вверх. Еще раз. Партер на левой ножке, правая красиво назад. Корпус прямо, взгляд влево. Руки начинают скользить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И слышим дум. Дум, падаем. Дум, встаем, ножка приподнимается, дум, дум, опять падаем, и заднюю ногу я подготавливаю на полупалец, чтобы на правую ногу сделать шаг и встать полностью вверх. Когда мы шагаем вверх, мы можем использовать круг руками, и получится у нас такое движение. Волосы внизу, мы были здесь, и мы встаем, хоп, и ручки перевелись сюда. В самом начале, когда мы начинаем с партера, в музыке есть такие шумы, ветер, природы и костер. Это все создает атмосферу нашему образу. Я буду очень рада увидеть в чьем-то исполнении эту постановку. Обязательно сделайте себе какой-то костюм амазонки, чтобы это все смотрелось очень гармонично и эффектно. Давайте с музыкой.
Поза, ручки. Взгляд. Ручка. Шаг. Два. Три. После того, как мы встали, у нас правая нога впереди, левая позади. Давайте еще раз. Мы сделали круг руками, оттолкнулись, и левая ножка у нас освободится. И дальше мы переходим в правую диагональ. Я делаю два шага. Левой ногой шаг, акцент. Правой шаг, акцент. И иду четко на диагональ. Мой взгляд четко направлен на диагональ. И дальше я поменяю свой взгляд на аудиторию в другой диагонали. Да? Точечный взгляд, мы его не рассеиваем. Мы его держим очень четко. И мы идем. И левый шаг, акцент. Правый шаг, акцент. Ноги вместе. И дальше. Тарелка, тарелка. Снизу волна вверх в грудь. И два акцента мелких грудью вниз. Бум-бум. Еще раз. Тарелка, тарелка, волна. Так-так. Еще раз. Тарелка, тарелка, волна. Дум-дум. Еще раз. Раз, два. И так-так. Раз, два. И так-так. Отсюда мы отталкиваемся на левую ногу и влево через плие. Хоп. Вместе с корпусом. Корпус разворачивается. Может, ждет такой небольшой арабеск правой ножкой. Еще раз. И были здесь. Тарелка, тарелка, волна вверх. Грудью два сброса вниз-вниз. Левой ногой шаг отталкиваюсь. Правой ногой делаю шаг-акцент. Повторяю, левый шаг-акцент. А дальше у меня акценты в себя. Живот-таз. Грудь вверх, грудь вниз. Таз от себя в себя. Грудь-грудь. Еще раз. Получается таз, грудь вниз, таз, таз. Грудь-грудь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И грудью два акцента мелких вниз-вниз. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пум-пум. Так-та-ка-та. Рак-рак. Еще раз. Так-та-ка-та. Трак-трак. В себя. Вверх-вниз. От себя в себя. Грудь-грудь. И еще раз. Раз, два, три. Так-так. Соединяем. Давайте отсюда. И шаг. Два, три. Раз, два. Хоп. Бум-бум. Шаг. Два, три. Раз, два. Хоп. Бум-бум. Остались с левой диагонали. Левой ногой делаю шаг. Арабеск. Ронд. Поворот. Правое бедро удар, левое бедро удар, после чего идет тряска, тряска, тряска. И заканчиваю тряску через волну, нижнюю обратную волну, вверх акцент и будет позировка. Еще раз. Тряска, тряска, хоп. Взгляд вверх. Еще раз. Тряска, тряска, хоп. Еще раз. Бедро, бедро. Здесь можно использовать взгляд. Бедро, бедро, центр, центр, вверх. У нас были диагонали, а теперь мы стоим по центру. Еще раз. Взгляд на бедро, бедро, тряска. Хоп. Взгляд вверх. Отсюда я покажу боком, но мы продолжаем также стоять лицом к зрителю. Дальше мы включаем всю воротниковую зону и делаем импульс, чтобы волосы перекинулись вперед. Мы делаем бум. Руки скрещиваю под грудью. После этого я делаю одну восьмерку. Право, лево, вверх. Право, лево, открывая руки. И тарелка, круг грудью. Тарелка, спина. Еще раз. Тарелка, круг грудью в любом направлении. Тарелка, отталкиваюсь, спина, остаюсь на левой ножке. Когда отталкиваюсь и перехожу спиной, там в музыке есть такое трака. И мы можем это трака сделать трака волосами. И у нас будет следующее. Будет это выглядеть так. Раз, два, три, трака. Еще раз.
Раз, два, три. Трак. Давайте немножко разберем восьмерку волосами. Первое, что нам нужно использовать, это мягкие колени. Мы всегда на такой пружине. Теперь попробуем, переведите волосы вперед, схватите вот такой хвост и попробуйте этим хвостом нарисовать восьмерку перед собой. А теперь расслабьте шею и корпус, и плечи, и ключицы. И чтобы эта восьмерка пошла вместе от корпуса. Импульс пошел от корпуса. Раз, два, раз, два. Раз, и отпустите руки, два, и попробуйте завести. Восьмерка, два, восьмерка, четыре, восьмерка, два. Угу. Давайте со спины подсчет. Мы встаем с партера, правая ножка впереди, левая сзади. Мы делаем шаг, левый удар, правый удар. Ноги вместе, работаем на правую диагональ. Тарелка, тарелка, обратная волна в грудную клетку. Грудь, грудь, два сброса вниз. Левой ногой шаг, оттолкнулась. Бедро, бедро. Уже работаем на левую диагональ. Дальше акценты. Таз, грудь, грудь, таз, таз, грудь, грудь. Левой ногой шаг, работаю на центр. Удар, посмотрела на бедро. Удар, посмотрела на бедро. Посмотрела на зрителя. Поза через волну. Волосы вперед, волосы восьмеркой, ручки вперед, в сторону, точнее, тарелка, грудь, тарелка, смена позиции, остаемся спиной к зрителю, поехали с музыкой. Идем дальше. Мы закончили со спины, и у нас была красивая позировка. Музыка немного такая подкрадывающаяся, поэтому движения тоже могут быть такие кошачьи, немного подкрадывающиеся. И мы делаем три ключа. Ключ вокруг себя, ключ на левой ноге, ключ, а на четыре у нас будет позировка. Правую ногу мы сгибаем, и на левой ноге четко разворачиваемся, руки опускаем к бедру. И позировка. Еще раз. Были здесь. И ключ. Мах. Ключ. Мах. Ключ. Мах. Нога вперед. Нога делает... Правая нога делает такое движение. Мы сгибаем в колени. И разворачиваемся. И нога будет впереди. То есть колено, колено. На левой ноге разворот 180 градусов. Удерживаем баланс. Еще раз. Ключик. Дум. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поза. Отсюда правой ножкой я отталкиваюсь и делаю такой толчок-обманка. Как будто бы я делаю шаг направо, но я направо не пойду и обратно возвращаюсь налево. Еще раз. Правая нога отталкивается в сторону и делает шаг. И сразу же на правую я переношу вес тела и делаю египетский шаг с оттяжкой в сторону, либо вверх, либо назад. И это движение можно сделать с протряхиванием. Два, три, четыре поза. Следующая поза. У нас будет уже взгляд идти на диагональ, и мы смягчим взгляд. Мы здесь делаем кокетливый акцент плечом. У нас будет акцент тег. Правая рука уходит, немножко приподнимает волосы. Левая рука на бедре, и мы кокетливый тег делаем. Можно здесь подмигнуть, да? 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5,
шесть, семь, восемь. То же самое с левой ногой. Я отталкиваюсь и иду на левую. Точно те же шаги использую. Раз, два. И здесь мы используем такой прием, когда мы идем вроде как направо, а взгляд остался налево. Пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Точно так же заворачиваю по кругу. На семь делаю шаг левой ногой. И восемь. Мощно разворачиваюсь. Здесь следующая позировка на яркий акцент дум. Пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас что здесь с руками у нас? Мы сделали шаг, шаг, и дальше я хочу сделать движение волосами и руками. Я перекидываю волосы за правое плечо, и как будто бы руками их подбрасываю, и руки останутся вверху. Руки пойдут вправо и вверх с волосами, и хоп! Мы как будто руками подкидываем волосы, но на самом деле руки просто идут за волосами. И выглядит это так. Мы были здесь, и хоп! И ручки остались вверху. 5, 6, 7 и обманка, и шаг, и поза, плечо, обманка, и шаг, и поза, волосы подготовили здесь, и хоп, пришли руки вверху. Дальше правая ножка делает обманку назад, и мы расслабляем корпус, ха, вниз, да, еще раз. На выдохе расслабляю шею, плечи и слегка смягчим верхнюю часть. Раз, два. Можно здесь прокрутить руки, получится. Раз, кисть прокрутили. Два. Левое бедро заводит восьмерку объемную. Правое заводит восьмерку. Левое. И мы ее делаем на качалке. Вверх, вниз, вниз. Вверх, вниз, вниз. Бедро вверх, рака-така-така-та, вверх, така-така-та, еще раз, без качалки и с качалкой. Вверх акцент и вниз-вниз, вверх акцент, вниз-вниз. И руки здесь спускаются, на восьмерке руки спустятся мягко, плавно, накрест по себе. И на 7-8 мы сделаем шаг вперед, 7, руки, 8, поцелуйчик. И здесь меняется характер нашей амазонки. Она становится мягкой, женственной, пластичной и кокетливой. Я повторяю еще раз связочку со спины, где мы закончили ключи. То есть тогда зритель у меня там, за спиной. 6, 7, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, дум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, дум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, муа, так. С музыкой.
Девочки, еще такой момент с руками. Здесь мы можем использовать, значит, технику, когда у нас четкие и жесткие руки, когда мы делаем позировки, мы стараемся включить всю поверхность ладони, всю поверхность руки, например, ну, например, где? Вот когда мы делаем бум, да, здесь даже можно ухватить такой в кулак руку, то есть или вот прокрутить, если вам хочется, для того, чтобы вы удержали равновесие и включить все тело. И в то же время есть мягкие руки, когда они очень нежные, пластично спускаются или мягко, естественно, делают какие-то волны. Например, когда мы делаем вот эту восьмерочку, то есть бедра у нас очень сильные, мы используем сильное бедро, объемное и амплитудное, протряхивание, а руки мягко, плавно, как будто бы естественно уходят перед собой и вниз. На ключах мы можем также мягко чуть-чуть использовать дышащие живые кисти, но стараемся не доводить до перебора, чтобы не было суеты. Поза, руки, скользим, взгляд, уход, ножка вперед, поднимаемся. Чет, чет, тарелка. Четкий. Центр. Тарелка, грудь, переход. Поза. Поза. Назад. Вперед. Итак, разбираем вторую часть. Во второй части меняется музыка, меняется ритм и, соответственно, наш характер. Здесь мы уже показываем наше кокетство, игривость и легкость. Я покажу со спины следующие движения. Мы закончили на поцелуе. И с правой ноги я делаю два шага вперед. Раз, два, две пружинки. С правой ноги делаю шаг вперед, возвратный, шаг назад на качалке. Да? Получается раз, два, три, четыре. На этом шаге можно продвинуться. Можно сделать раз, два, три, четыре. Да? Если у вас большое пространство и сцена большая, то лучше продвигаться. Еще раз соединяем. С правой ноги шаг, пружина. Раз, шаг, пружина. Два. Вперед кач, назад кач. И левым шаг на протряхивание, левым шаг на протряхивание. И осталось спиной к зрителю. Зритель у меня там, где стена.
На шаги с пружинкой мы добавляем кокетливо шими плечами. И в этот момент вы максимально играете глазами, вы улыбаетесь. Если в первой части у нас был такой сосредоточенный взгляд, такой по точкам, очень такой, ну, в общем, сконцентрированный, то здесь попробуйте рассеять ваш взгляд и заразить своей харизмой всю публику. 5, 6, 7. И раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 и 8. Раз, посмотрела на бедро, 2, 4, остались поза. И здесь левое бедро, высокий полупалец, левая нога, левое бедро свободно. И мы на него делаем быстрый сброс бедром. 1, 2, 3, 4. Да, там очень быстрая музыка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мы делаем бум-бум-бум-бум-бум. И хоп, ножка. Еще раз получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножка вытянута, носочек тянем. И 1, 2, 3, 4, 5. 6, и здесь можно собрать правой рукой волосы справа и взгляд обратить на левый, тогда ваш профиль будет виден зрителю, и как будто бы вы обращаете ваше внимание, ваш взгляд на рабочее бедро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и хоп, открылись руки, и ножка открылась, переход. Я показываю сейчас лицом, и шими, шими, кач, кач. Диагональ, диагональ, поза. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, и хоп. И сразу левая ножка освобождается. И на нее, повторяю, делаю 2 шага. Левый шаг, точно такой же пружинка, правый шаг. Здесь также накладываю шими. Дальше остаюсь боком к зрителю. Левая нога вперед, возвратный. Левая нога назад, возвратный. И дальше становлюсь лицом к зрителю. Заводим 8-ку на качалке, которая у нас была чуть-чуть ранее. 1, 2. Собираю волосы. Ой, волосы, руки. 1. Еще раз. 8-ка. 8-ка. И 1, 2, 3, 4. И такой каскад волосами. Ноги у нас мягкие. И импульс пойдет от стопы. То есть пружинка пойдет через стопу в колено. И если у нас правильная вот эта пружина, тогда корпус пойдет легко и не будет напрягаться. И все будет окей. Значит, у нас работает ключичная диафрагма, как будто бы по 8-ке. Давайте со спины. 1, 2, как бы немножечко назад, назад. Теперь нам нужно добавить верхнюю часть, волосы, голову, и спускать. И получится такой каскад, как бы из 8-ок. И мы делаем, получается, 1, сброс, 2, отпускаясь еще ниже, 3 и 4 вверх. Еще 1. И 1, 2, 3, 4. У нас получается 1, 2, 3 по центру и 4. Как работает шея? Мы опускаем сначала ухо на плечо, заводим как будто бы взгляд немножко вверх и хоп, на диагональ. Рисуем такой как будто бы крючок. Точно так же ухо пошло по плечу и хоп, спускаясь на колено ниже. То же самое, такой же крючок. И третий нужен на центре. И хоп, собрали. И быстро это будет так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Без волос. 1, 2, 3, 4. С волосами. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Это движение. Я рекомендую не закрывать глаза, потому что еще больше будете терять координацию. Я собираю всю связку и показываю со спины. И шаг, шими, шаг, шими. 3, 4, 5, 6, поза, бум-бум-бум-бум-бум, и хоп, 1, шаг на диагональ, 2, шаг на диагональ, левая ножка вперед-возвратная осталась боком к зрителю, 3, 4, 8-ка на центр к зрителю, 6, каскад волосы, 7 и 8, и здесь открыть руки. И дальше мы будем показывать мелкую технику и тряски. Эти движения будут олицетворять стихию огня. Давайте с музыкой попробуем этот кусочек. С правой ноги шаг, шаг. Возвратный. 1,
поза. Хоп, шаг, шаг. Волосы. Стоп. Есть. Связки мы будем показывать нашу мелкую технику. Всегда помним, что когда мы работаем над мелкой техникой, это значит, что у нас хорошо работают наши мышцы. Давайте разберем, какие точки мы будем использовать. Первые точки — это оттяжки в сторону, оттяжки в сторону и немножечко вниз, как будто бы по косой бедро ушло. Раз, два. Раз, два. Чтобы у нас получилась зафиксированная точка, мы включаем ягодицу. Итак, если я работаю правым бедром и отпускаю его вниз, значит, у меня зажмется разноименная ягодичная мышца, соответственно, левая. Еще раз, я, получается, правое бедро отпускаю и левую ягодицу буду включать. Хоп. Еще раз, правая. Вниз, левая зажалась. И наоборот, левая вниз и правая ягодица зажалась. Значит, вот это движение, оттяжки. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Следующие точки нам нужны будут. Грудная клетка делает вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, фиксируем вниз, фиксируем вверх, фиксируем вниз. Как будто бы вы упираетесь в какой-то барьер и отпускаете вниз. Вверх мышцы немножко держат и вниз. Мышцы точно так же отпустили. Между акцентом вверх и между акцентом вниз в музыке будет небольшая пауза, мы ее учитываем. Соответственно, там вся связка не совсем в одном темпе. Получается, раз, два, пауза, три, четыре. Угу. Мы это будем учитывать в музыке. И еще одни точки нам нужны, когда мы опрокидываем таз и делаем качалочку. Вот она у нас качалка вперед-назад, вперед-назад. Мы мягкие колени помним. Копчик подкручиваем и отпускаем. Копчик смотрит вверх и смотрит вовнутрь. Здесь нами также управляют ягодичные мышцы. И чтобы сделать акцент, я зажимаю ягодицы, таз ушел вперед и таз ушел назад. Мы включаем также мышцы живота, да, нижняя часть пресса. Хоп. Вот это движение. И соберем тот квадрат, который у нас в музыке. Итак, мы остались здесь, руки в сторону. И поехали. Правое бедро, оттяжка в сторону, вниз. Грудная клетка вверх, грудная клетка вниз. Левое бедро в сторону. И опрокидываю таз вперед, назад. Ага, еще раз. И бедро в сторону, грудь вверх. Грудь вниз, бедро в сторону, опрокидываю таз вперед, таз в себя. Это еще не вся восьмерка, это будет очень быстро. И отсюда, когда таз в себя и живот немножко в себя, дальше идут три мелких акцента. Будет так-так-так. Нам нужно сделать эти три акцента. И мы делаем вот такую вот качалку. Так-так-так, так-так-так. Так, так, так. Чтобы усилить здесь эффект, здесь можно также использовать на качалке и акценты животом. То есть мы будем делать раз, два, три, и вместе с этим движением можно включить живот. Раз, два, три. В этот момент я задерживаю дыхание и работаю как на вакууме живота. Медленно. Коротко про вакуум. Мы делаем вдох, глубокий вдох, выдох, весь воздух из легких. И когда весь воздух из легких вышел, наш живот будет втягиваться к спине. Еще раз. И акцент, грудь, грудь, акцент. Таз, таз, так, так, так. Хоп, небольшое движение по диагонали и меняю ракурс. Повторяю то же самое. Правая, грудь, грудь, левая, таз, таз, так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Медленно.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Отсюда комбинация. Мы делаем и раз. Делаю шаг на правую ногу с оттяжкой, и практически вес тела остается на правой ноге. И дальше бедра будут работать по оттяжкам. Два, три, четыре, пять, шесть, а на семь, восемь. Нога, ноги собираются, мы поднимаемся на полупалец и делаем быстрый-быстрый бисер. Семь, восемь. Чтобы сделать его максимально быстро и сосредоточенно, нам нужно прямо ноги очень сильно, как будто бы... вот так вот прижать друг к другу и приклеить. И мы приклеиваемся, коленки приклеены, внутренняя часть бедер друг к другу приклеены, и мы делаем расслабляем бедрышки. Это только на 7-8. Давайте еще раз, что делают ноги. Значит, я была здесь, закончила весь свой квадрат, я закончила так. Правой ногой делаю шаг, акцент, остаюсь вес тела на правой, левая. Правая, левая, качаю. Правая, 6 акцентов. И 7-8. Теперь разбираемся, что у нас с руками и что у нас с головой, со взглядом. Давайте сначала с руками. Ручки были здесь. На и... Следующее движение. Раз. Я буду менять руки, и руки опустятся к бедру и сделают вот такую красивую рамку. Локти будут смотреть по сторонам, а ладони как будто бы повторяют форму наших бедер. Очень красиво, и между ладонью и бедрами есть пространство. Вот такая вот красивая вот такая поза, и мы в ней будем делать следующую комбинацию. Ручки. И раз, два, три. 4, а на 5-6 руки у нас будут делать вот такие защипы. 5-6, это будет быстро. Значит, я беру небольшую прядь, чтобы она вот так вот подлетела и был акцент. 5-6, четкий. Захват, захват. Да, ну, надо перед зеркалом потренироваться, чтобы было это красиво. Хоп. В момент, когда я делаю акценты волосами, бедра продолжают делать наши качалки. Все остается то же самое. И была тут. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки остаются здесь же. Вот такой красивой мальвине. Давайте еще раз. Была тут руки. И раз, два, три, четыре, пять, бедро, шесть. Отлично. И последний нюанс в этой маленькой комбинации. Нам нужен будет еще один акцент, который мы будем делать головой. Значит, мы были здесь, и когда мы делаем препарасьон и на и раз, я перевожу взгляд уже в другую диагональ, в левую диагональ. На акцент 2 мы переведем взгляд в другую сторону, сделаем это четко. 3, 4 взгляд остается там же, 5 остается там же, 6, а на 7, 8 мы переносим взгляд вперед. Покажу то, что мы разобрали со спины и акцент. Стою на левой диагонали, руки в сторону, мягкие колени, начинаем работать точками, правое бедро, грудь вверх, грудь вниз, левое бедро, таз вперед, таз в себя, 3 акцента, так, 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 хоп, перевели. 2 грудь, 3 грудь, бедро, таз, таз, так, так, так. Здесь внимательно. И перевожу взгляд, там будет быстро. Раз, два, взгляд, 3, 4, 5 рука, 6 рука, бедра продолжают работать. 7, 8. И осталось также на весу. Отсюда, на полупальцах точнее, отсюда очень хорошо зажаты сильно орешек наши ягодицы, хорошо зажаты, внутренние части бедер друг к другу приклеены. Мы сделали и дальше акценты. Пятка, бум, колени мягкие, таз в себя, грудь вверх, вниз, таз. И еще одна тряска на полупальце, на которой я отпускаю волосы. И ручки идут накрест перед собой. Тррр. Еще разок. Диагональ. И правое бедро в сторону. Грудь
вниз, бедро левое, таз, таз, трак-трак-трак, меняю, правое, грудь, грудь, бедро, таз, таз, так-так-так. Внимание, переводим взгляд, и раз акцент, два с головой, три бедра, четыре бедра, волосы с бедрами, волосы с бедрами, тррр, и отсюда, бум, пятка, таз, грудь, грудь, таз, и опять тррр, спустила волосы, и ручки пойдут скользить накрест перед собой. Давайте эту комбинацию с точками сделаем с музыкой. Работаем бисером, полупальцы, ягодицы зажаты, передняя часть бедер друг к другу приклеена, сильные стопы. И мы рисуем небольшую восьмерку бедрами, и по траектории восьмерки мы заводим наш бисер. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, а на семь мы делаем поворот на правой ноге, и на восемь проворачиваемся по кругу. Поворот мы делаем на одной ножке. 7 и 8. Чтобы не потерять баланс, мы обязательно распределяем силы на обе ноги. То есть, если левая нога у меня свободна, это не значит, что она расслаблена. Мы ее натягиваем, носок натянут, и получается, что делают руки на этой восьмерке с бисером. Руки скрещены, скользят, и дальше уходят немного под волосы, чтобы их подсобрать. И мы делаем немножко такое странное движение. Мы собирать будем волосы вот так и оставлять в правой руке, можно в левой, как вам удобно, как будто бы вытягивая вот такую вот странную прическу Чиполлино. Либо как барон Мюнхгаузен вытягиваем себя за волосы. Одной рукой держим волосы, другая рука произвольная, но мягкая и плавная. И еще одна восьмерочка на бисере. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, и на 8 я отпускаю волосы и падаю вниз. В этот момент правая рука остается вверху, и взгляд желательно поднять вверх. Дальше продолжают вибрации. Шимми плечом, рука спускается правая вниз, и мы можем немножко усилить шимми, играя пальчиками. Вот так отпускаем ручку вместе с плечами. Раз, два, три, четыре. Передаю шимми в живот, касаясь пальцами животика. Заводим небольшие тарелочки, быстрые. Заводим вибрацию животом вместе с тарелочками. Также можно продолжить небольшое шимми пальцами. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали волосы вниз, руки вниз. Восемь, поднялись руки к бедрам, взгляд вверх. Уходим в партер через мягкие колени и отпускаемся вниз. Стараемся сохранить ножки на полупальцах, чтобы нам было удобно встать. И встаем точно так же. Перевожу от полупальца вес тела на пятку, отпускаю голову, руки вверх. Взгляд вверху, руки по бедрам, грудная клетка раскрыта. Дальше использую вибрацию через пятки, опускаюсь на колени, завожу мягкую пружину в ногах, в пятку, расслабляю грудь, чтобы эта пружина дошла до груди, и грудь немного подпрыгивает. Эту вибрацию делаем по музыке. Руки во время этого движения раскрываются через сторону, скрещиваются вверху, опускаются за головой и продолжают скользить локтем вниз
кисти вниз. Дальше важно словить акцент в музыке, и на этот акцент мы меняем ракурс через мягкий прыжок и остаемся спиной к зрителю. Руки раскрываются. 4 удара бедром. 1, 2, 3, 4. Продолжаем ловить акценты и копчик вверх. Акценты волосами. Волосы, волосы. И еще 2 копчика. Копчик, копчик. Отсюда я делаю на бисере еще один круг лицом к зрителю. 1, 2, руки произвольно. 3, 4, но очень плавно. 5, 6, добавляем объем, немножко уходим назад. 7, повернулись опять спиной. 8, поза. И делаем акцент через переброс волос. Когда мы находимся в партере и спускаем руку, здесь можете играть взглядом, как хотите. Можете посмотреть на свою руку, можете ее проводить взглядом. Можете гипнотизировать зрителей и смотреть в одну точку. 1, 2, 3, 4. А потом перевести свой взгляд на живот. Вот здесь я рекомендую перевести взгляд на животик, если вы хорошо работаете амплитудно и животом, и бедрами, чтобы зритель обратил внимание на это движение. Объясню спиной. Правая рука держит волосы, левая рука свободна, плавно, мягко танцует. 8, бисер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, смена. Упали, взгляд вверх, рука вверх. Шимми пальцы, шимми плечи. 1, 2, 3, переводим взгляд. 4, 5 и 6. Касаемся живот, бедра и 1, 2, 3, 4, 5, 6, переход вниз, вверх, пружина, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, руки, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, словили, трак, поменяли, бум-бум-бум-бум, трак, 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 бисер, 1, 2, повернулись, 4, добавили объем, немножко увели таз назад, 7, 8, 1, 2, поза, 3, и закрыли всю связку, хоп, перебросом волос, как акцент, 4. Осталась третья часть и финал нашего танца. Что важно в третьей части? Первое. Мы услышим ритм Халиджа. И мы используем нам привычные махи волосами. Таким образом, мы играем со стихией воздуха. А в самом финале танца логично показать, какую силу мы обрели, какой силой мы наполнились и обладаем, и кто в итоге побеждает.
Мы закончили на правой ножке, перекинули волосы, акцент. Звучит ритм Халиджи, и мы делаем перебросы волосами. Раз, заглянула на зрителя. Два, заглянула на зрителя. Три, пришли вперед. Взяли рукой вверх и вместе с рукой сделали три, акцент с волосами. На четыре приподнимаюсь и делаю два круга волосами. Со спины покажу, зритель у меня там. Мы закончили. Хоп. И Халиджи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь это не просто движение рукой, а мы представляем, что мы взяли стрелу, из которой мы будем стрелять. Волосы, волосы. Раз, два. Дальше идет довольно быстрый поворот вправо. Акценты бедрами. Раз, два, три. Влево. Такие же акценты бедрами. Раз, два, три. Третий поворот. Я делаю небольшой замах, чтобы получилась мельница. И три акцента. Раз, два, три. Тарелка. Через нижнюю волну вверх. Два сброса грудью, бум-бум, и левым бедром круг, и добавляю тряску, и тррррр, и заканчиваю через акценты, хоп-хоп, зажимаю ягодичные мышцы. Покажу лицо, взяли, хоп, и раз, два, и поворот вправо, точка. Бедра, бедра, бедра. И влево, точка. Бедра, бедра, бедра. И поворот, мельница открылась. Бедра, бедра, бедра. Тарелка, волна через низ вверх, в грудь, грудь. И левое бедро делает большой круг на плие. И я в него добавляю трясочку. И завершаю через акценты. Дальше финал. Я использую проходку, шаг хагалы. И этим шагом вы можете переместиться в любую часть зала или в любую часть сцены, которая вам необходима. Сам финал я рекомендую закончить в центре, поэтому если вы сместились, этот шаг может вас выровнять. Выбирайте любую траекторию, чтобы немного погулять по сцене. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, и финальные 8 поворотов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эти повороты мы сейчас будем украшать и наполнять. В музыке есть акценты тег. На эти акценты мы продолжаем всю тему со стрелами и с луком. Разучиваем только руки. Сначала я собираю ладони вместе и правой скользим по левой руке. Хоп. И делаем выстрел. Еще раз. Ручки здесь. Собрала немного на диагональ. Можно на центр. И хоп. Вы выстрелили. И рука продолжает скользить. Второе движение. Мы еще раз берем стрелу. И хоп. И третье движение. Мы опять выстреливаем. И у нас получается. Один выстрел. Стрела. И финальный хоп, выстрел. И задержались в этой точке. С поворотами покажу. Первый поворот пустой. На второй поворот выстрел. Третий поворот взяли стрелу. Четвертый поворот пустой. Пятый поворот собрала ладони вместе. Шестой, седьмой и хоп, восемь. Также с пятого поворота мы немного меняем позицию головы. Я отпускаю голову влево, ладони собираются, затем вперед и затем вправо. И только потом у меня финал. Мы как будто собрали всю свою силу и выстрелили. И раз, два, три, хоп. Обязательно фиксируйте свою позу в конце, отработайте так, чтобы ваш финал был очень устойчивый, чтобы вы не качались. Проработайте это движение 100 раз, и все будет круто. Не спешим выходить из финальной позы. Пару секунд задержались, и только потом вышли из образа и
поклонились своему зрителю. Давайте еще раз. Хагала. И раз, два, три, четыре, пять. Гуляю. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Услышим, где музыка меняется, и там вступаем. И первый поворот. Раз. Второй поворот. Два. Выстрел. Все будет быстро. Три. Взяла. Четыре. Простой поворот. И пять, шесть, семь, восемь. Хоп. Девочки, здесь в хагале, здесь всего 10 счетов хагала. Я в объяснениях немножко по-другому просчитала. 10 счетов. Считаем, вступаем в поворот. Второй, третий, четвертый. И дальше. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Поза.
На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Находите меня в соцсетях, и я буду рада любой вашей обратной связи. Пока-пока!